принципе, у него там все 260-е токены. Не, ну займись, чё. Значит, мне токена больше достанется, нахуй. Да схуяли, блядь. И мне тоже просто. Просто, блядь. Я просто ими банк буду выкладывать, нахуй. Хуй именно рисую, ёбаный. Заглядываешь на вторую ячейку такую, а там просто токенов, блин. Хуй из токенов. Прикинь, прикинь, там ячейка под названием «Славина жопа», и в ней выложен хуй из токенов. Ебать вы смешнявые, пиздец. Я ты просто... Это знаешь, из разряда, типа, бля, поехали домой, но у меня уже бутылка шампанского. Ну ты же не пил, ну, бля, ты знаешь. Знаешь. Ну, Саша, блядь, сходите на курсы юмора. Давай-ка, с Элема своего беспонтового, вон там три Элема еще есть. Заходи на Хэпала, что-то я Хэпалов не вижу. А что я? Понял. Я сейчас буду. А, ну все тогда, тебе повезло, нахуй. Тебя спасли, блядь. В смысле беспонтового, блядь, я сейчас было, блядь. На Эршама его сади, слышишь? Нихуя, что ты делаешь? Я на него, блядь, да, по Эршама у нас в рейде вообще мало, блядь. Пати синих. Это, дай там, дай, Костя, дай Рэлла, забери эту хуйню у всех, нахуй. Я тебе ассиста закину, а то там, блядь, играются, нахуй, бичи, блядь. А куда мы идем? ГМХМ. Диман, дай ГМХМ. Да, я тогда массову. Диман, дай пати, пати. Ну надо, значит, хэпал надо. Так он вверх ногами, блядь. Тихо, блядь, не кричите, нахуй, надо хэпал. На сову. Тебе, либо тебе ты, надо, чтобы... либо ты сходи, ну, либо на приста зайди, я схожу. Ну, блядь, тут-то, сука, ну, блядь, делает. Вот кто-то, ну, блядь, квестик, ну, тогда этого рависта попроси, блядь, я не знаю, впадлу ему будет, нет? Рома, а тебе не впадлу, Ром? Рома? Ушел. Да, Роме похуй вообще, по-моему, на помойке. Подамажит, я думаю. Блядь, что за хуйня происходит? Хэлэ, ты хочешь хилить или дамажить? Докопал и мочил. Похуй. Пока. Слышишь, Мардаун, нам надо акцию провести, короче, собрать вот рейд из 20 рог и 20 шаманов. 20 шаманов будут первая, четвертая пати, 20 рогов будет пятая, восьмая пати. Кирус потанчит, трепещет, потанчит. И пойти хер этого на регорно пиздить. Людвинка, и у вас все нормально. Они будут заходить и будут тупо щее. Это, а где лог какой-нибудь есть, какой-то хотя бы обоссанный? Да, не, Руши. Лучше так уже тогда. Че? Лучше же таких на СССР охуярит. Почему СССР? Там украинский флаг получится. Ты тупой, что ли, или чё? Так, блядь, роги-то не, это ж не жёлтые, это, блядь... А какой это, по-твоему? Это голубой. Это голубой. Салат. Это салатовый. Согласен. Хопмастер, ну смотри, тут сначала будут по приору выдаваться на мейн спек. Который... Для начала надо спросить, кому надо это вообще на мейнспеке. Ну, ему... Вот он мне пишет сейчас в личку, он тебя заебался писать. Да качо, ну давайте... У него через 3 дня раз будет, ДПС будет больше на роге. Вот, и он 2 печеньки сам нафармил, и 2 ему типа еще надо. Ну мне-то тоже 2 печеньки надо, по факту. Блять, давайте я нахэпала за тоже. Ну вот, так фулт убить и заебали. Керос, тебе на мейнспе? Стенхан, сколько Керос тебе? 2. Я вообще Стенхан. Керос. Ну вон 2 Стенхан. Стенхан тебе сколько? Одну на сову. Это... Лок, есть у кого такой твин, нахуй, чтобы сумануть, нахуй? Или давайте сейчас камни я подлетаю, блин. Заломаешь, будь пока там. На этом, нахуй. Сломаешь на нем, нахуй. Где Витя, блядь? Пошел жрать. Все с концами. Кто спрашивает? Вон, почитайте гильдейский чат. Там Нарти спрашивает, есть место для эрдрушника вообще? В ДИС скажите ему зайти. Ему писали зайти в ДИС. Он зашел. Ты в ДИСе? Вопрос такой. Ты в субботу с 20.00 играешь или нет? Че, его подписали же, что он? Не надо сейчас стелси, ничего. Немножко занят. Эрдру, ночной дозор. Имя у тебя как для начала? Скажи мне, напиши. Чаще всего, да, и как это понимать? Там Invisible плюсует. Блять, а чё, у меня ассиста сняли, что ли? Блять.
Так, суммоним людей. О, да, там взял. Invisible консилятор, блядь. Да, да, бери, бери их. Чё, быстренько. Уже хуярить пора, нахуй. Два места. Чё, суммоним всех тут в камень и быстренько летим. Тыкаем. Да, блядь. Берите вот этих драконов, тыкнуть сложно людям. Каких, блядь, драконов? Ну там маунты. Ну да, люди ж алкоголики. Кто там охоту хотел нать? О, спасибо. Тыкаем, тыкаем. Моя игра, моя игра. Так, Нарти, значит, ты кто? Эрдру, да? Ну да. Похуй, короче, блядь, пошли поебать вообще. Ну ты разъебывался. Да вон Нарти, а Мэтт Фокс пусть дамажит. Да. Мэтт Фокс, да-да. Нахуй вы меня сумоните, я в инсте. Бичи, потому что. Кого еще сумонить надо там? Все в инсте или что, не понимаю. Потом... Бичи в инсте. Долетите... Вон, боди за сумонить. Ай, блядь, локов не пиздец. Потом блядь. Сами полетите. Пока мы трэш будем бить. Костя, шайни охоту, пожалуйста. Все, консилятор отыкаю, вон и все. Все большое. Так. У меня вопрос к Нарти и Дартис. Вы тактику знаете? Нартис, какой ты гильдии? Триада, павший или Эвервайп? Я же сам читал, что с павших. Так. Да, Юля, спекайся. Так, бичи и чип, спекайся. Вон, в первой пати 5 танков, кроме Святоса. Керус тоже в танк. Тут и на королях потанешь. Ну, там еще, может, руки позакрываешь. Керус, я не понимаю, какой у тебя спек мейн вообще? Кот же, по-моему, у тебя должен... Как он у тебя оказался не фуловым, блядь? Разбафайте это все. Ты, типа, так долго не играл, что ли? Блять, я думал, что сейчас столько времени прошло, думал, должен быть. Рарник, лети в инст. Рарник, да, сумона нет. Тебя кто убил? О, Витя, блять. О! Я пошли. Знаю, что... Пошли, мабу. Сейчас... Ло, дайте, подожди. Надо Витю загнать сейчас на лока. Так похуй, пускай загоняется, блять, пускай сам летит. Пускай загоняется, просто надо трэш бить уже, а не стоять, вала, ебать. Пошли, пуляйте, хуярьте, и справа-слева приводите. Там дойдут люди, долетят. Не долетят, значит минус хп за магика будет. И с той стороны тоже приведите. Пачку. Да, у нас там по пачке. Ой, хоть поспал немножко сегодня на работе, бля. Заебись, да, дома не спит, на работе спит. Да пиздец вообще. Работник года, да? Войт голодный, пахнет спине. Так, где там... Поспав на работе. Ох, еб. А чё вы там встали, ну, внизу, блядь? Хоть сюда бы подняли, ладно, похуй, блядь. Чё-то, думаю, не могу попасть щитками по ладно. Да, блядь. Пиздец, как... Витя, сам лети, сумона пока нет. Да ебал этот фир. Ща, блядь, я протухший морс буду пить, нахуй. 4 дня стоит, его. Сейчас Войт на толчок побежит. Не, ничего не протух, в холодильнике стоял. Ну не 4, 2 дня. Сейчас такой, ой, он подождите. Не, он не может протухнуть. Чё, где ну да, да я так. Он может только забродить, такая прокисить. Ну тут сахара совсем мало, но у него срок годности 72 часа. Сейчас я гляну дату. Притона не видно, этот взятый писал до 5 минут. Его не будет. Короче, тут написано в холодильнике не более одного суток, нахуй. А я двое суток уже хранил, типа. А в закрытом ну, виде... Ну Гакина под домик. В закрытом виде он 90 суток. Да нет, еще угораешь, блядь. Ну с морсик это ничего не будет, ё-моё. Ну, конечно, ё-моё, не будет нихуя.
Тот кайфа подловишь. Ну, он так, у меня. Верните чуть наизнанку. Да. Сейчас такое. Вечернего РТ не будет просто. Просто будет, ой, шпингалеты лопнули, да? Будет освоение другого. Я другую вещь скажу, интересно. У меня тут рядом стоит Тан, ебаный, блядь. Вот Таном нормально вообще, прям. Тогда на туре гайки протягивай на поддоне. Будет не ледяной трон, а белый трон, нахуй. Крапинку. Спрут ресей. Да, выпускайте Кракена. Только проблема будет то, что он станет не через минуту после начала, а через час. Иди там метки расставляй, Витя, лети сюда. Ну, у меня 150 птица, нахуй. Похуй, блядь, лети. Ты не ори, блядь. Хуярь её ногами, эту птицу свою. Остановите. Вот это мут сразу, перма, блядь. Сперма, блядь, как ты сказал? Перма. Перма мут. Блядь. Да, блядь, ты, сука, извращенец старый, понятно, нахуй, короче, блядь. Все же подбродил, да, компотик? Да, все. Да у деда там в голове компот подбродил уже давно, блядь. Забродило, блядь, я бы сказал. Юля замутилась, блядь. Пиздец. Сори, Юля. Передайте, я извиняюсь. Так, вы заебали. Дурачок старый, что поделать? Неаполитан, работаем сегодня, ты луна. Кто будет потом прожимать? 25-ку переходите все. А что это даст, блядь? Не все будут пиздеть без микрофона, с добрым днём. Ебать, там мудрецов знаешь сколько, нахуй? Потом это еще хули мне... их столько. Ну, блядь, я как там убираю, я... так начинают ныть, блядь, ой, я не буду подожди, тебя подожди, слушать. Подожди, подожди, Нартис, а какой у тебя ник в Дискорде, блядь? Кому роль-то выдавать? Да, в натуре, сделай ник такой, как у тебя, вот этого друида, что... Я канал не вижу, так они, блядь, как... Его не надо видеть, надо тыкнуть на гостиную и что-нибудь там написать. Есть каналы, которые видят все, гостиная и ёбаная это, и гостиная. Ты лучше скажи, ты рыбу ставил? Нет. Сейчас я поставлю. У тебя есть еще, да? Сзади, а вот да. Прибежали все челики. Вот тебе Витя пристабав, нахуй, просто, блядь, эксклюзивный. А вы уже пулять собрались? Конечно, блядь. Бля, убейте меня нахуй об стену тогда сразу. Почему? А чё? Что такое, Витя? Ты что, блядь? Давайте, ну, рассиживаться времени нету. Давайте. Потом все это потыкаешь, там, камни, вот эту всю хуйню. Портал. Керус, ты на трэше? Юля первая на боссе, я второй. Рыбий бич третий. Не башим. Рыбий бич? Да. А портал? А портала там метки стоят. Согласно меткам разблюдайтесь. Кто не согласно будет разблюдаться, тому, блядь. Минус печенька. Я дал ему роль там. Видишь, тут еще и челики прибавляются прям. И спавшего, по-моему, кто-то тоже может. Ну, не всегда, конечно, но прибавятся некоторые на дневное. Все равно люди же играют. Некоторые задротят круглые сутки, как я. Да ты вообще в этой игре живешь, бля, я не знаю. Да какой живу, блядь? Да живешь, блядь. И не выходит. По чаротворцам сыграть. Керос, ты понял? Ты на трэш. Гоша, ты третий на босс. Гоша, нихуя жирный стал. Ну-ка, давай смотрим. Лёха, слышишь, а сколько у тебя хосты с сектантом? А, ну так это у тебя прокает от Т5, ну, да? Ну, если ещё манус ТТМ поставить. А какого Т5? А Т4 у него. А Т4, да. А как 1350? Я тебя не услышал. Да. Что Т4? Ой, блядь. 1350. Это тотем с тотема. Ну что там расслабились, что так долго? А если с тотемом, то еще 200 прибавляют. Ну вообще я слышал, что в Т4 надо 1400 капка стоит, чтобы. Ну у меня почти. Чтобы минимальное у тебя ГКД было. На полы сейчас в июлю.
15 секунд активации босса. Ебать, я что, на кубе стою? Наверное. Иди ищи кубик свой быстрее. А где звезда? А, вон звезда. Во лбу. Ну, в во мозгу. Лбу, да, там... Там такая во лбу звезда, блин. Босс активируй. Геру. Да, Гер. Сдохнешь, будет ГП. Я верю в Рому, я ему очень доверяю, я верю. Его нету в ДИСе. Он ниже сидит, блядь. На доверии сейчас бы покрутил ему ХПС. Ну вот, я на доверии просто. Забирай, Гош. Юля. Блять. Прожимаем кубы. Ну, луна. Треугольник. Все, все, он сказал. Нет, только не снова все отпускать. Должны успеть. Керос демонов. Собирай. Босса к демонам и побольше через босса играем. Демонов успеем потом добить. Сбиваем косты демонам. Просто дисплей... подводи, подводи. И проклятие снимаем. Юля, забирай. Да он прикалывается, что ли? Чем? Он на меня печати по КД вешает. Неаполитан, не хлопай печать. Сейчас уже переведем. Два процента. Шаман. Ты где шаман, неаполитан? Сюда подойди. Кубов уже не будет. Аза. Все. Уведи Юля его. Звездочки бежим. Ебать, лужу он насрал. Конкретно. Насрал так насрал. Заломаныч, ты шаман, тебе похуй, ты шоками бьёшь. Так, а все равно, если шоки юзаешь, он тоже разрывает. Нет. А, я не знал. Моментально каст не взрывает. Только когда кастуешь, да. Я всегда стопал, ладно, понял. Понятно, блядь. Пиздец, дупай ему нахуй. Внутри, блядь. Пиздец, я тут на Верочку, блядь, играю, чтоб не сдохнуть, а не ГП нахуй дают, блядь. Ну не, ну все правильно, лучше перебздеть, чем не добздеть. Блядь. В смысле, это незнание механик, блядь. Неважно, нахуй. Я играл на Верочку. Знаете, это слово с шестью гласными подряд. Ой, согласными. Валанир. Нет. Уита. Нет? Нет, не то. Шестью согласными подряд, кто знает. Валанир говно. Подходит? Блять, бичара, да? Бля, ну попытка неплохая, мне нравится его попытки. Ну прям да, пытается изо всех сил. Ну, короче. А, Ульдуар моча! Точно! Нихуя, реально, что? Ебать! Это, короче, слово чё? Взбзднуть. Нет такого слова. Есть. Нет. Взбзднуть. Погуглить. Это типа сходить в Ульдуар? А еще есть два слова, ну может и больше, не знаю, с тремя буквами Е подряд. Три буквы Е подряд, кто знает. Длинношея Е-Е, блядь. Не Е-Е, блядь, а длинношея Е-Е. А еще змей Е-Ед. Слава на работе спит и кроссворды отгадывает, видимо. А еще Ульдуар? Моча, да? Ну это уже какие-то бременские музыканты пошли, подожди, ты не в ту сторону. Хорош, уйди. Ну да, и что?
грустности идет. Сейчас пойдете в канал ниже. О, нет. Щиток не дал? Не дал, щиток. На. Okay. Распределяй. Надо по съебам. А, сейчас же говно будут закидывать в инвентарь. Бля, он сумки начал. Надо быстрее уебывать. Обычно всегда печеньки были, было время. Костя, я доверяю тебе лутовый инвентарь этот. Когда ты же научишься приходить, блядь, с полным рюкзаком в рейд? Ой, блядь. Надо было просто камень возвращать. А ты все прям вообще, Костя, хуяришь, да? Вот прям вообще вот из разбора, да? Жезл надо? ВП, блядь, бич. У тебя хуйня какая-то, не жезл. Вот этот больше будет. Нахуй. Этот больше СПД даст. Отчонки, надо? Не надо. Бля. Мне так Корифан говорил, блядь. Вот такой заходит. Вот это, блядь. Вот это можно? Там пояс он. Блядь. Ну нахуя? Бичи пишет. Крит хостовый. Ричи бич? Я ж только спросить. Хукмастер, ну блядь. Еба. Ты понимаешь, что ты под камерой, блядь? Ты просто на видео это все говоришь. Хуй с ним. Там... Заломан, а чё нахуй? А что мне нахуя? А, ебать. Тебе нахуя печенька? Я понял, нахуй. Мне? В смысле мне нахуя? А, две хукмастер получил. Мне он говорит, на полгода от меня отъебет свою. Хукмастер? А нахуя ты ему печеньки отдал? Он прилетел на рогу. На фул. На фул. Ну, на полгода. Как минимум, да? Как минимум. Бля, размоньте мордаун-то, ёбаный рот. Так, куда там зона 52, да? Да. Я так понимаю, в рейды типа CLK 25 хм еще куда-то хукмастер ходить не будет, я правильно понял? Почему? Ну, получается ну, так. Если он мейн рога, который 14к дпс дает. У него сейчас раса будет через 3 дня еще. Плюс раса что-то поменяет. Ну, раса добавляет нормально. Там роги намного добавляют. Не знаю, как роги ночнорожденные, но я знаю, что ДЧЖ, блядь, накидывают, причем всем ДДшникам 2-3к дпс, блядь. Ну, это так же, как с пандами на ретрико. Кому еще печеньки нужны? Вот Керусу одна, две. На потом... мейн. Да, на мейн. Синхану. Синхану одна. Керусу две, Синхану одна. И еще кому нужны? 4 на оф. Ой... Неаполитан. Мейн одна. Витя. Витя. Где он там? Суманите его. Витюша. Чего вы не суманете? Витёче. Я тебя слышу, я не говорю пока. А, я понял, я думал, ты отшел. Пересаживайся на мейн, эрдру. Хуя на мейнер друг. Ну, рду так подумать, если Мурлокос он нас кинул, потом Номед Фокс редко играет. А в смысле Мурлокос кинул? Ну, блять, видишь, на вечерний приходит. То ли поздно приходит с работы, то ли чё, блядь. Да, у него ж этот, блядь. Друид инвалид приходит на полтора часа позже начала РТ. Вот, так что, ну, с Ордру... Блять, Эрду. Не, Эрду очень. У меня класс. Есть, но у меня одна Т4. Витя... Походу мой план будет работать, нахуй. Витя, скажи, план говно, вы заебали меня туда-сюда гонять. Не, Витя, все заебись. Идите нахуй. Я шкаф поставил и отошел. Все правильно, блядь. Работаем. Я на входе 3 эмблемки фарманул, нормально. Рабы с умоним, да? Такой пришел царь, шкаф поставил, рабы суммоним. Короче, Керус на двоих, рыбий чип на луне, Юля на Локи, ну Хальдрик на крестике, соответственно.
Все, хилы здесь, я пошел и башить. Сейчас парочку что-то сумоним. Все поздно. Типа тарелка я... полетела. Тарелка полетела, я понял. На счастье нахуй, да? А, полетел, короче. Фирс диспелить, пацанов. Опа. Тебя вообще не пробивают. У меня щиток такой сильный, что ли? 13 500. Да, мне еще блок парирования, блок парирования. Слава, а у тебя прист куда будет ходить? Хоть знаю, да хоть куда. Во все рейды. Я имею в виду. Ну, не знаю, да. Во все мейн рейды. Любой рейд. А ты что ты имеешь в виду, в льду или куда? Мне просто стало интересно, что у тебя приз будет в льдуаре с другим статиком собирать, а он нет, поэтому я тебя спрашиваю. Ну это еще не 100%, это так, чтобы заполнить просто. Блять, ну... Это так, ты не относись однозначно к информации, которая пишется в Дискорде, потому что рейды меняются местами, рейды меняются днями, все меняется. Это не окончательная последняя инстанция истина, я не знаю, почему вы так думаете. Я не думаю, я спрашиваю. Ну вот я тебе и ответил, что это не окончательно, это не 100%. Там есть люди, возможно, которые играют лучше и больше и чаще, чем я. И не принесут больше пользы, чем я, прист. Мой прист. Блин, вот тут я с тобой согласен. Ты думаешь, я это не понимаю? Или что? Или ты думаешь, я совсем даун какой-то? Да и... Ну вот и все нахуй. Ебать, у тебя реакция, пиздец. Так, блять, ну ты думай, я хуй знает. Я, ну... Я чё, блядь, себе персов с волонирами уже 4 одел? Если бы я хотел, я бы одел. Я только одного, блядь, сделал. Потому что у меня никогда его не было, блядь. А, у тебя никогда не было волонира? Да, нахуй, поэтому я такой злой был. Ну все, подержал волонир, в банк его положил, и чё, больше не пользуется. Понял, блядь. Так, что там, луна? Ну там где-то вот, или там, или где хочешь, потом, чтоб тебя не откидывал, главное. Ну и, соответственно, звезда. Вон в этой, в столбике жопой упираешься, чтобы не отлетать. Так. Мне одно радует, что не только мы будем страдать. А почему страдать, блядь? А потом еще и рыгать будут. Витя, ёптать! Ты где там? Шпингалеты лопнули, наверное. Ёбаный, блядь. Этот, хук или боди, намажьте кто-то яд. Дурманищий, который скорость коста снижает также на 30%, как локовское проклятие. С этим ядом надо будет Олма бить. Ну, сделали? Есть яд у вас такой? О, регов куплю, блядь. Похуй, короче, сейчас без него начнем. Если что надо будет это... На локи, чтобы такой яд висел. Топ по декурсу 30 типа. Слава, а, можно я в хила тогда? Буду декурсить, короче, на первом. Ну типа, блять. Слава. Да чё надо, блять? Да если по глазу потанчу. Ты его, блять, и танчишь, нахуй. В прошлый раз я, блять, его не танчил. Ты сегодня, сейчас я тебе говорил его танчить. Где ты был, я не знаю, блять. Я нюхал. Чё ты нюхал, блять? Рубашку. Не пахнет, да? Не пахнет. И сухая совсем. И сухая. Урги. Че, бичи еще не убили всех? Ургий. Тебя ждем. Да тебя ждем одного. Все. Еще раз, заебал, блядь. 3, 2, 1. Ну не чекай нахуй, пулянь, когда у тебя, блядь, люди АФК нахуй. Заебал реально. Киглер. Там сильно не вливайтесь, медведь набирает еще. И там повезло ему. Ты там этот, луну ебаную, иди, блять. Керус, забери короля, блять. Там сейчас что-то сразу. Да пусть пока держит. Хотя да, да, на туре. Забери обратно, нахуй, рыбий чип. Я вот
там дамаг ловить ими. Норцу превратила. И сразу отходим от него. Сейчас он 30 метров будет откидывать. Все, отходим. Хорош. Отходим от него. Хил прошел. Ну это рыбий чип давай бьет там, да. Ой. Это огонь выносим. Сука, рот ебал. Молитву сбей. Короче, у тебя 4-4 же, да? Будешь на огонь, на каст сейчас ШВ давать. Да, я массакру сдам дальше. И массакру тоже давай. Сейчас готовьтесь. Все, давай ШВ и массакру. Слепой. Слепой. Кинь, если бы его звали зрячий. Зрячий глаз. Че случилось, блядь? Че случилось? Да у нас еще в рейде баф какой-то появился, охуенно. Какой? Так по этим мобам увеличенный урон. Белый баф когда вешается. 30-ка, да? Не приучаю, мема нету, нахуй. Куришь. Смотрел одного ютуб мармок. Угу. У него в одном выпуске, короче. Ну, он игрушки, короче, проходит, всякие приколы снимает. У него в одном выпуске такой раз подходит, короче, труп какой-то. Типа слепой там бегает, ну, типа показано. Он такой подходит, этому раз типа, о, да ты, говорит, не слепой. Ты, говорит, сейчас, говорит, будешь слепой. Хм. Тоже козит иногда. Ну, с его на хуже было прикольно. У меня братан его что-то смотрел, этого мурмока, блять. Я не понимаю, для меня, ну, полный кринж, нахуй. Скажи, Катя Клэп охуенно. Что? Катю Клэп смотришь, говорю? Я не знаю, что это такое. Блять. Катя Клэпы какие-то, блин, не знаю. Подожди, а Рому Желудя? Чё это такое, блять? Желудь какой-то, блять. Кличка даунская какая-то, блять. Все, мелики, идите собака убейте лучше. Сам собаку убил. Не, я такую хуйню не смотрю. Слепой. Слепой. Пол хп как раз должны успеть. Бейте мелики тоже, идите бейте. Фул. Фул мелики бейте. А собаки-то может Дартис остаться. Сейчас я скажу. Да, Дартис и Хук на собаках можете остаться. Остальные милики бейте, это слепого. Посчитаю. Ну чё, олм? Да, олм. Геру фулл ДПС. Должны захуянить. Проклятие, не спальни. Спета тоже. Вроде успеваем, давайте быстрее. Ну
Уж как до пипы захотели. Ну, меня больше всего этой ситуации убивает то, что мы торопимся убить Олма, а Рарникова я что могу. Нарти. До пипы. Нарти. Да какой доп ЕП, блять? Он вечерний. Он, да. Он это не будет ему ЕП. Там надо подождать. Тогда, тогда бедовно может. А там надо подождать, пока все вступят в гильдию, только тогда там ЕП стартанет. Сейчас пока там нету ЕП. Ну тогда бедовно, значит. Бля. Ну бедовно устроился. Сосать на арте. Потел, да? Вот 30. Чё? Старался? Вот соси теперь. Да не, ну просто сейчас ты, нет смысла. Ты кинешь, Павел. А? Ну давай, я кину. Сколько ты говоришь ЕП? 30. А мне за Красноярск будет? Красноярск? Это за декор. Заклинание вроде же Красноярск называется. Красный язык. Ля. А чё бидону? Ну у них одинаково, 26. У них, да. Они вдвоем одинаково. Ну дели тогда и по ему. По 15. Я сейчас голову пополам поделю, блядь. Не, ну, блядь. То ты оно. Я вот считаю нечестно. Я стараюсь, босса бью, понимаешь? Каждый выполняет свои задачи. А если по ним... Отъебись, а? От него. Он две задачи выполняет, ты одну. Не грузи деда, он так сломает. Да, сейчас нахуй поломается что-нибудь нахуй. Игра зависла. Пизда. Лагает. Походу не у всех. Походу. У кого-то висит, да. Ну сегодня мы днем страдали. У меня дисконет, походу. Долго висит, да. О, мертвым развис. Повезло. Там танк, походу, да, умер тоже. Ну, он кость убьет. А походу все хилы висят. Да. Ну да. Отличное начало. Хилься, Костя. Хильтить кто здесь? Ёбаные бэма, блядь. Скриньте эту мочу. Пускай они идут, убивают, долбоёбы. Скриньте эту мочу. О, разлагали. Все мёртвые, конечно. Мне еще не разбивает. Тут хил есть, танк есть, хил есть. Есть несколько РДД. БР есть? Есть. Рарника БР. Там убитый, да? Подожди, с Рарником. Нет, не убитый, бьем. Давай. Ёбана в рот опять взял. Ой ты, блядь, БР никуда. В очко ушел. Опять повис. Нарте без команды не БРиш. Выкинул. Это Рарник сказал Рарника. Мэтт Фокс, Берри, это... Урги. Пиздец, блин. А, он еще и в духе, блядь, охуенно. Так а что ты хочешь? Она же выкинула, блядь, меня серва выкинула. О, нихуя, я что-то развисать стал. Мэтт Фокс, давай канцелятор. Нихуя, это сколько минут? Закиньте его. Вот так. Ебать. Ну давай, Гоша, работаем нахуй. Блять, ну ебаный рот. Так. Энхан Берри спрятался. Так она мне засчитает, да, получается? Ну кто вылетел? Вы мертвые.
Из стан не надо выходить. Синхан, Света, Саберни. Он на улице. А, выкинул. Кто вон сидит ДД еще? Я, блять. Блять, я вижу, что ты. Консилятор лежит мертвый. Короче, его... Он сдох второй раз. Он Вадикона, БР, Синхан. Так и зовут. Синхан, блять, на улице, нахуй. На улице. Нахуй. Да тут дофига кому квест не зачитает. Да какой квест? Какой квест, это, блядь? Груляна, да и магика. Нет, квест на следующего босса. Да, квест на следующего босса, во-первых. Печеньки просто... Печеньки, да. Спамьте хил хорошенько. Королей же нет, квест пошли. С хил хорошенько спамьте вы в этом репчика. То, блядь, остальные танки мочана. Да он жирный и так, 70. Ебать, повылетали все нахуй. Ебать, прикиньте, Гоша, да, затащил. Гоша, нихуя. Все. Гоша затащил, а то, что я стоял... Полминуты без пилов. Ты мертвый лежишь, успокойся, все. Ты не затащил в этот раз. Да. Масрез дал. Заходить. Ой, Рел, у тебя КД. Че за хуйня? А, кстати. Ну, Хук говорит, что если кто вылетел, он может печеньку свою отдать, а ты ему эту дашь. Все, подключил, блядь, сосать. Кто там, нахуй? Ну, кстати... Кирос закинул, и то еще там. Хану одна баланка. Рыбий чипс тебе дать барабаны? Давай. Пожалуйста. Спасибо. Так, не бегите никто, блядь, еще он лут не разобрал. Ну, кто инвиз есть, а бегите. Тинхан, ты где? Стоит там пизду, нахуй. Инвизеры могут пройти. Да, и пусть бегит инвизеры, блядь, все. Почему его не отображает, блядь? Потому да что он вылетел. Этому кухмастеру закинь роги, печеньку, а он ему с магика отдаст печеньку. Да все, Тинхан уже он. Прибежал. Так он не убивал босса. Какая разница, прибежал он или нет? Как он на улице оказался? Выкинул. Просто я просто видел, что он трупом лежит. Я думал, блядь, должно показывать. А, Слава, верни мой пояс, пожалуйста. Какой пояс? Пояс, ладный, с магией. Можешь, я же говорю, печеньку хукмастеру дать, а он одну даст этому. Я его распылил, блядь, ты опоздал. Ты рофлишь? Я тебе написал тогда еще, блин, давно. Сука, а ты не мог сказать, блядь? А запы отдать? Я тебе Восе сказал, блядь, отдай ему пояс. Ну, блядь, а запы я не слышал. Побежали. Запы отдай. Видите? Танки. А чё? Чё после ГМХМа будет? ТТГ. Заебись. Я дал ШВ, давай тебя отбегите. Спасибо, брат. Ты дал ШВ, угадай, что я дал. Ну вот за барабаны даю ШВ. Ты неправильно говоришь, правильно говорить. Барабаны. Есть большая разница, блядь. Барабаны. На бидоне диван. На диване бидон, на бидоне диван. Вообще, точно отражение заклинания работает на килисете? Ты чё, ебанулся? На килисете? С чего оно должно там работать? Тогда нахуя мне говорили прожимать его? И, кстати, а там... почему нет, ну? Килисета починили. Не работает. У него направленные заклинания. Нет, заклинания разные есть. Слышь, Вару, килисета починили. Направленные заклинания, они вон в РБК, вот туда пойдешь, там будут работать. А у боссов у них другой тип заклинаний. Ну, за исключением, допустим, одного единственного у Леди. У меня точечная ресница не дотянулась. Да, это у меня. А, у меня есть масрез, меня поднимали там. У Леди, которые мгновенные стрелы по всему рейду, ты их может отразить. Ну, там они избивают. А точечную не отражают. То есть, получается, я могу под каждый каст... Получается, ты не ходишь. Могу просто и фростболт ее каждый, да, защитить? Ну, блядь, так он 10 тысяч всего. Короче, 10 тысяч это, знаешь, я постою на этом.
на руках. Короче, я дам барабан. А кто с Юлей будет стоять? Ебать, что танков мало на. Он Керус может, бичи чип может. Вообще-то бичи чипом затащил катку, если бы это не я был, то нахуй там все сидели бы. Так, хук дай Синхану печеньку. Как наш скажешь. Дайте шкаф. На... Стоит шкаф, все понял. Так вот. Ты хочешь на хп дам клик. Сейчас. Тебе передали? Синхан, ты получил печеньку? Кому Неаполитан уже дал, да? Одну? Подожди. Или Керусу? Керусу? Керусу ты одну дал. А, ну все. Блять, где там рыба нахуй? Слав, скажи мне, где будете, я пойду музыку послушаю. Ты? Я понял, блин. Ты с Юлей танчишь. Керус пускай танчит с Юлей. А ты... Керус с Юлей танчит. Фулидринкс и Пичипом руки закрываете. Так, ну и давай, кто это с первой и второй пати не знает, что такое вставать под ебало босса и когда? Будешь Шреддер, знаешь? Вопрос такой на засыпку. Нам кому-нибудь надо Брин Гера? Брин Тролль? Да. 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 Ладно, да. Так. Тогда так что? Оставим. Нет, дай серьезно. Да. Кто-то пизданул. Первая, вторая пати, не забывайте, вы под ебало заходите. Вот Рарник там на подстраховке. А чё, за 100 тысяч продали бы Брин? Он больше стоит. 100 тысяч. Нормально, это цена оптимальная. 100-120 тысяч стоит дагеровская. Не знаю, я бы даггеры с лича продавал. Они нам падают? Уже можно, да. Да они нам 20 кд не падают, вы хули вы хотите, блин. Или 21, уже нет, 20. Так вот упадут. Там 11% на их выпадение. Пиздят, блин. Да, кажется, пуху 11%, нет? А то и меньше, наверное. Костя, я справа буду, с правой стороны буду. Ну я с левой руки. Хорошо. Так правая там. Пока Юля не наберет агро, никто не бейте. Из пула там будет. Ну, так, а что мы ее плут что же нажали? Вообще? Плут офнули, все. Блядь. И там еще руки под боссом будут. Геро? Да. Под лицо все зашли, первая, вторая. Блять, звонят. Алло. Это сова? Выходим. Кастеры, руки закрывайте. Заходим. Руки слева от босса. Алло, ну блять, закрывайте. Слева от босса руки. Лёха крас. После этого выходим. Вышли.
Забегаем. Руки закройте. Под боссом одна. Выкрыли мол. После этого выбегать. Вышли. Руки одна секунда. Зашли. Руки 5 секунд. Сейчас стойте. Юля, сразу не обжигай. После этого сразу уходите. Вышли. Забежали. Юля, сразу не обжигай. После этого выходит. Да, добиваем уже. Уже добили, да. Вот. Вот такой бы ДПС. Вот она и кружечка, кто там хотел. Ну, а Вадикон где? Тут вон я. Он. Так, кто там? Вадикон хотел. Неаполитан, да, хочешь? Один тебе кусок остался. И вот ладно, я... давай, короче, в следующем КД цепанов. Ну тут, дай короче. Одно лёгкое. Не-не, не надо, не надо. Пусть его это на оф потом. Ну, Керус. Ну, так. Вот Керус я тебе уже дал. Давай ты вторую потом натанешь. Тут остается, короче, Варлок и Урги еще. Ну, Урги это. Ну, Керус мы. Не знаю, может, Керусу заре. Ну, я типа одну. Дай Керусу на мейн. Я ему так, одну а уже Урги заряжал. Урги на оф спек. А, ну тогда ладно. Урги на танка, да? Да. А сколько у тебя ему осталось? На танка сколько? Одна осталась? Там мне два надо. Ну, у меня на один жетон, и второй мне токен нужен. Ну, да, я говорю, Керусу на мейн спек. Керусу дай. Ну, он же код покупать. Вадикону дай кровь. Так, вот это пояс надо кому-то? Бичи есть, рейди. Так. Куда идем? Блин, пояс прикольный, блядь. Уля? Кому кружку? Ну, я не знаю, кстати. Да репичи, а, надо это? Кому-нибудь вообще? У меня есть кружка эта. Отдайте Вадикону. Равист, у тебя... Вадикон, у тебя связан ДК? ДК, да, с этим, с собой. Так, теперь давай по... Вот важный момент надо порешать. Роги это кружка лучше, чем ДКшнику? На мутика нет. ДК в просту... Вы смотрите, мне как бы это...
Я прям сильно заигрываться на ДК не собираюсь. Если хукмастер играет в мультики, то кружка... Ну, типа, он эту кружку выкинет нахуй, как бы. Да. Он, на ДК играет. Она будет висеть у меня и висеть. Ебать, а когда-то зов... Так они оба в мультике. Вот, Бодишреддер это мейн в спеках, хук этот офф спек. Я просто, блядь, да, твин. Бодишреддер будет там ли потом в комбо. Так, а Бодишреддер, он же, подождите, он мутик, и у него медальон лесной гадюки есть. Да. А ну, кружка, она побыстрее прокает. С кружкой. Кружка с она быстрее прокает. Ты ее... Ну, короче, если выбор между мной и хуком, я хуку готов уступить. Из-за медальона, да, быстрее прокает? Ты гадюку... Нет, не из-за медальона, сама по себе. Ты гадюку и кружку же одновременно не оденешь. Ты ж курс, да? Я понимаю. Я говорю, что у меня гадюка прокает на 20 проках, если в рейде нету кружки. А кружка прокает на 15 проках на этих стаках. Есть такой вопрос, будет ли Хукмастер еще ходить в актуальные рейды на своем разбойнике? В этом вся приколюха. Ну, я так понял, потому что сказали. Прилетели. Вот то, как сказали, это теперь его мейн. Если что. Да, да, да. А ДК в помойку, что ли? Да иди на пол.